Всем привет, дорогие друзья, с вами Денисер, это уже четвертая, третья, точнее, серия по Майнкрафту. Версия 1.4.7. Я сделал себе почти фулл сет железный, только у меня какой-то бакс. Фигня какая-то с фулл сетом, у всех, кого дивайнер выдался, он сейчас прям ужасно. То есть сейчас у меня нагрудник, шлем, ботинки. Защитило всего 2 и 2 единицы брони, что очень-то печально. Даже наконец-то взял эту кирочку и могу уже спокойненько копать этот кубок. Ладно. Вниз. Это что ж такое? Отлично. Так. Опа. Так. Искнул угол. Ну, к налогу пробуем не выбрать. Пока что. Так, ладно. Дальше. Что делать, что делать? Что мне делать, а? Что мне делать? Что, да. Что мне делать? Что делать? Что делать? Ладно. Наверное, это будет железо, что ли? Добыть еще немного желез для того, чтобы сделать себе кое-что. Железные поножи. Так, спускаемся вниз. Так, хватит. Так. Сейчас уже алибард тратить. Дало. Все, экономить. Так. Хорошо. Другое дело. Факел висящий воздух, который горит. Прикольно. Может, даже еще какие-то вещицы еще хватит. 8. Точка. Железо. Неплохо, неплохо. Вот, каплюшек, допустим. Нам нужно всего лишь 5. Получается, на топоре хватит. Это хорошо. То есть, типа, поможет топорик. Теперь так, уголек мне ты нужен. Все, готово. Теперь надо жрать. Во-первых, мой песик голодный. Так, все голодные, да. Нет, самую эту проблему легко решить. Теперь. Где искать мобов, которые... Свинья! Свинья, ты не против, что я тебя убью ради собачки?
Все, спасибо. Так. Привет, свиньи. Пожалуйста, эти собачки. Все. Спасибо вам, свиньи. Вы меня спасли. Ни одна спасли. Откуда? Да мою собаку спаси. Молодец, собачка. Все, можно уже делать. Так. Что-то я больше половину молчу. Ну ладно. Защита даст. Ой, слабый 3 единицы за фул железный сет. Что? Это же фак. Ладно. Что ж, вот такая вот серия. Мы сделали совсем немного, но серия все равно хорошая. Ну, сегодня все. Всем. Точнее, не на сегодня. Пока что не все. Всем пока.